К началу лета ребята начинают готовиться задолго до его наступления. Сначала в школах прозвенели последние звонки. На следующий же день стартовала программа «Здравствуй, лето-2016». Ну а первый день лета для славянских ребятишек начался с грандиозного праздника на Театральной площади. Накануне праздника Дня защиты детей глава Славянского района Роман Синеговский приехал в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы поздравить ребят с наступающим праздником. Лето – это маленькая жизнь, это, наверное, лучшее время, потому что у вас есть возможность отдохнуть, оздоровиться, заниматься спортом, творчеством. Поэтому я вам желаю хорошо его провести, это лето. Не забывайте дружить, не забывайте ставить перед собой цели, мечтать. Приглашен глава района был на торжественное открытие детского летнего оздоровительного лагеря «Ритм», который по традиции начинает свою работу с первым летним днем. Наша площадка работает в круглосуточном режиме, поэтому, конечно, продумано многое. Это и культурно-массовые мероприятия, это и спортивно-массовые мероприятия, это и работа бассейна, это и работа наших психологов, наших социальных педагогов, наших медицинских работников. То есть такая комплексная реабилитация несовершеннолетних в летний период. Это витаминизация питания. На церемонии открытия оздоровительного лагеря была приготовлена яркая программа с участием детей. Каждая группа показала творческий номер, визитку, о том, что они умеют и чем хотят больше всего заниматься летом. А в День защиты детей для юных славянцев было подготовлено немало интересных мероприятий, концертов и развлечений. Начался первый день лета со спортивной разминки. Около сотни мальчишек и девчонок прыгали, бегали, приседали. И все для того, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. Праздником юных славянцев поздравил глава города Александр Коновалов. Он отметил, что День защиты детей совпадает с началом школьных летних каникул, которые предоставляют ребятам возможность удивительных открытий, отдыха и развлечений. В нашем городе Славянске на Кубани сделано все, чтобы каждый ребенок летом нашел себе занятие по душе. Уверен, что вы хорошо потрудились в учебном году и надеюсь, что за летний период вы хорошо отдохнете, наберете сил и новый учебный год встретите достойно. Администрация района и города постаралась подготовиться к летнему периоду. В городе будут работать 22 площадки детские, спортивные, на которых вы сможете найти себе занятия по интересу. Спортивная разминка, веселые конкурсы, игры, викторины, песни, молодежные станции, выставки, концертная программа – все это и многое другое подготовили организаторы праздника для всех ребятишек и их родителей, жителей и гостей города. 1 июня главная площадь города превратилась в настоящую творческую арену. Здесь работают станции – игровые, развлекательные, спортивные, творческие. В общем, в этот день юным славянцам скучать точно не придется. В этот день во всех парковых зонах города проходила развлекательная программа. Любителям литературы предлагалось угадать героев из известных сказок или назвать произведение. Рукодельники могли попробовать сделать корабль своими руками на станции технической или сшить тряпичную куклу на станции творческая. Юные непоседы прыгали, бегали, играли в спортивные игры на станциях «Веселые старты» – быстрые, ловкие и сильные. Те, кто любит петь, имели возможность исполнить любимые песни на станции «Музыкальный калейдоскоп». В общем, каждый, даже самый юный славянец, смог найти себе занятие по душе. Ребята на Театральной площади пришли для того, чтобы начать свое лето 2016 года вот с такого большого праздника. У меня за спиной вы видите интерактивные станции, которые подготовило Управление по делам молодежи. Это и соревнования по лыжам, шашки, битвы подушками. Сегодня большая обширная программа на площади в рамках игровых станций и спортивные, творческие и развлекательные станции. В общем, все сделано для того, чтобы праздник состоялся, для того, чтобы дети почувствовали начало настоящих каникул. Пока на главной площади города пели
танцевали, в это время на улице Красной над своими шедеврами трудились юные художники. Кроме того, на станциях ребятам предстояло проявить смекалку, логику, исторические знания, актерское мастерство, умение танцевать и даже талант стихосложения. Пролетели из школы дети, отлетели из школы звонки. Для всех ребят День защиты детей – это добрый и радостный праздник. 3 месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что славянские ребята проведут его с пользой и большим удовольствием. Тут очень весело, тут как бы мы играем, веселимся, и все тут интересно, мне все нравится. И танцевали, и зарядкой занимались, все делали мы. Очень весело. Лето я люблю, потому что лето можно больше всего играть. Просто осенью или весной мы больше, как бы, больше проводим за уроками в школе. А сейчас мы больше играем и веселимся, больше с друзьями видимся. У меня настроение хорошее. Вот тут вообще классно. Но больше мне всего нравится разрисовывать лица. Вот. И нравится ходить еще на разные площадки. Настроение очень хорошее, мне все понравилось, тем более танцевать. Первый танец был самый лучший. 1 июня театральная площадь действительно стала театральной. Настроение гостям праздника поднимали ростовые куклы, герои любимых сказок и мультфильмов. Ну а настоящим подарком для юных славянцев стало шоу трансформеров. Отмечают еще один значимый праздник – День символов Краснодарского края. Поэтому кроме концертной программы, спортивных игр, ребят ждали веселые конкурсы, песни, молодежные станции, выставки, викторины на тему знания символов края. 1 июня – это лишь начало летних развлечений. Впереди у ребят еще так много интересного. С 1 июня начинают свою работу летние детские спортивные площадки. Лагеря при школах, учреждения дополнительного образования организуют тематические смены и игровые программы. Веселые эстафеты, забавные викторины, творческие занятия. Словом, активное и творческое лето ждет ребят. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».